Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». В эфире «Beauty Time». Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. По степени значимости выпускной бал все чаще сравнивают со свадьбой. А все потому, что наряду для выпускниц уделяется не меньше внимания, чем платью невесты. Несколько дизайнерских идей по этому поводу прямо сейчас. В жизни современных выпускников наверняка было много ярких праздников с красивыми нарядами. Но именно выпускной бал считается первым официальным торжественным событием в жизни взрослого человека. Цветочную тему в романтическом ключе представляет объемное воздушное платье. Легкий полупрозрачный шифон позволяет обыграть флористический принт складками на талии, напоминающими бутон цветка. Вечерней изысканности наряду придает глубокое декольте, но целомудренно прикрытое кружевом в тон цветочному принту. Основа этого платья – купон из бисера, пайеток и камней Сваровски. Их расположение на сетке диктует модельеру дизайн платья. Такой наряд требует идеальной посадки по фигуре. В этом случае изысканная ткань раскроется во всем своем блеске. Уникальность этого наряда опять же в редкой эксклюзивной ткани. В России вышитый кристаллами и пайетками купон представлен всего в 3 экземплярах. А его преобразование в платье силуэта New Look – многочасовой ручной труд. Это тот случай, когда выпускной для девушки сравним с выходом на красную ковровую дорожку. Произведение искусства от кутюр с годами будет только расти в цене. Кстати, есть у дизайнеров ателье идеи и для мам-выпускниц, которые волнуются в преддверии праздника не меньше самих виновниц торжества. Деловой силуэт из более нарядной ткани – как раз то, что нужно для этого случая. Выпускной – это всегда волнение, но идеально сидящее платье способно придавать уверенность для того, чтобы в память об этом вечере остались только положительные эмоции. Лукбук. В профессиональной сфере так называют каталог образов, созданных для модного бренда. А еще с таким названием в Челябинске прошла выставка, где были представлены наряды 3 поколений. Кто из нас не примерял в детстве взрослую одежду, не разрисовывал фотографии в журнале и не играл сантиметровой лентой? Эти детские затеи легли в основу выставки художницы Анастасии Богомоловой, которая создает прошлое с помощью рисунка, фотографий, одежды и бытовых предметов. Эти вещи, попадая в контекст искусства, они перестают быть бытовыми вещами, они начинают нести информацию о людях, которые... Да, эту одежду шили, носили, а той маленькой девочке, которая переодевалась в эту одежду и представляла себя взрослым человеком. И о том, как она выросла, да, и как теперь она должна формировать эти смыслы, да, и нести их вот в окружающий мир. Очень интересно, необычно. Может быть, вы видели самые такие популярные также паблики ВКонтакте, которые выставляют вот эти модные тенденции. Она просто актуализировала это все с точки зрения моды прошлого века. В зале точно воссоздается атмосфера 80-х-90-х годов прошлого столетия. Своя история есть не только у предметов, но и у гостей выставки. У меня есть журнал 59-го года от бабушки, в таком же стиле, причем там даже не фотографии, там рисунки, потому что еще фотография в мир моды не зашла. И вот я смотрела и думала, может, где я найду здесь такой же журнал, потому что у меня ощущение, что я как бы тоже как хранитель чего-то такого, что из поколения в поколение передается именно в индустрии моды и дизайна. Сейчас ведь все совсем по-другому. Сейчас все доступно. Сейчас даже нет такого интереса научиться шить, потому что можно пойти и купить, и подобрать себе гардероб полностью от начала до конца. А тогда нужно было думать самой, создавать самой, иначе ты будешь серой мышкой, и вообще ты никак свою индивидуальность не сможешь проявить, во всяком случае, внешне.
За последние десятилетия наша жизнь развивается стремительным темпом, меняется отношение к истории, появляются новые жанры искусства. В этом смысле подобного рода выставки вызывают интерес и ностальгические ощущения. Роскошь в тканях. Я работаю в крупной компании. Моя жизнь – это бесконечная гонка в стремлении удержать успех. А еще на плечах дом, дети. В этом круговороте почти не остается времени на себя. А хочется вернуть молодость, энергию, азарт. Хочется снова завораживать своей красотой, чувствовать себя желанной. Я обратилась к профессионалам. Доктора не просто смогли изменить что-то во мне. Они помогли мне найти то, чего я хочу сама. А затем исполнили мою мечту. Я обрела новую жизнь. Клиника Диплекс. Каждая достойна быть красивой. Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки», проспект Ленина, 65. Если нужно, поможем с парковкой. Студия красоты «Гуфа». Подготовим к работе и празднику за один час. Гуфа. Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Это Beauty Time. Далее в выпуске 9-я церемония вручения премии «Андрюша». Звездные гости и талантливые лауреаты. Высокий уровень мастерства и шоу превосходного качества – то, к чему стремятся организаторы гала-концерта премии «Андрюша». В техническом плане каждый год появляются новые спецэффекты, а в творческом – новые лауреаты и юные таланты Золотого фонда, куда попали те, кто совсем чуть-чуть не дотянул до главного приза. Девятая церемония запомнится зрителям шоу-номерами с большим количеством артистов. Самый ответственный момент подготовки – это генеральная репетиция, когда вместе с детьми на сцену выходят и звездные гости, попечители фонда. Интересно работать с профессионалами. Бывают и дети профессионалы, и взрослые, и среди детей тоже есть потрясающие профессионалы. Приятнее работать с людьми, которые четко делают свою работу, отвечают на все какие-то моменты четко совершенно в дуэте, партнерство. Они все талантливые, их объединяет эта прекрасная премия солнечного мальчика Андрюши, который их вот объединил под своим крылом. И мне кажется, как-то это такое божье привидение, когда он собирает таких прекрасных детей. Не знаю. Мне кажется, что с каждым ребенком это должно происходить в том жанре, который ему близок. Это должно быть... Нельзя загадывать такие вещи. Вот есть талантливый какой-то ребенок, надо смотреть, в чем он будет хорош. Ну, с детьми очень хорошо занимаются, должна вам сказать. Вот это заметно даже по тем записям, которые нам присылают для жюри. Видно, что с детьми занимаются с любовью, и я наблюдаю уже не первый год за одними и теми же иногда детками. Видно, как они растут. Они все подготовлены профессионально, а профессионалам несложно в одном номере спеть синхронно и правильно. Да что там? Он был, как все вы, необыкновенный. Необыкновенный, но прекрасный. Солнечный мальчик. Для этого праздника детства я всегда выбираю те песни, в которых есть очень много любви и тепла. За последние 20 лет дети перестали петь детские песни. И я ничего другого не мог придумать, как петь те песни, которые они должны знать. Поэтому если дети поют взрослые песни,
Значит, должны быть взрослые, которые будут петь детские песни и рассказывать им о том, как раньше писали музыку, как сочиняли стихи, не по бизнес-раскладу, а по велению сердца. Поэтому песни, которые многие называют ретро или старые песни, они не могут так называться хотя бы потому, что ты их начинаешь петь на сцене, а в зале тут же начинают подпевать. Значит, песня не старая, значит, она продолжает жить, значит, она не стареет, значит, в ней много любви и энергии. Детство, детство – это краски радуг. Детство, детство, детство – это я и ты. Все люди на большой планете должны всегда дружить, должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить. 9 статуэток лауреатам, премии их педагогам и наставникам, приглашения на международные фестивали и конкурсы, а также путевки в творческие школы и лагеря. Таковы итоги очередного года работы благотворительного фонда «Андрюша». В следующем году у фонда юбилей, а это значит в планах команды подготовка грандиозного представления и, конечно же, поиски и помощь новым талантам. Йога-практика в современной действительности – это и способ снятия напряжения, и возможность поддерживать себя в хорошей физической форме. А еще это и тема для конкурса красоты. О проекте «Йогини в бикини» смотрите в продолжении выпуска. То, что идею с йога-практиками можно трактовать по-разному, сегодня никого не удивишь. Пример тому – проект «Йогиня в бикини». За 2 месяца 47 выбранных на кастинге девушек должны посещать занятия, соблюдать предписания по питанию и жить в гармонии с самой собой. Главный критерий был – это желание. То есть мы не отслеживали ни по возрасту, ни по каким-то там внешним характеристикам. Главное – желание. Мы отслеживаем, чтобы девушки посещали занятия, и из проекта можно выпасть, потому что в финал проходит только 15 участниц. Но при этом мы предоставляем свободный выбор, потому что каждый сам несет ответственность. Мы никого, естественно, не заставляем отказываться от мяса, потому что тоже у людей впечатление о йоге – это отказ от мяса. Есть рекомендация – это убрать всю синтетическую пищу, то есть чипсы, газировки, но это не нужно. Наладить отношения с питьевым режимом, больше фруктов, больше овощей, ну и позитивно мыслить. Финал проекта пройдет на фестивале Organic Nation с 1 по 3 июня. 2 июня мы будем выбирать одну победительницу из 15. У нас будет жюри из Индии, из Москвы, из других городов России. Главный приз «Йогиня в бикини» – поездка в Индию. Но даже само участие в проекте подарит много экзотических впечатлений ее участницам. Как, например, эта практика стояния на гвоздях. На самом деле у всех девочек свои какие-то цели в этом проекте. Кто-то пришел там найти единение с души и тела, кто-то похудеть, может быть, решил, кто-то там познакомиться и так далее. Мне нравится общение, мне нравится осознанное питание, в которое мы все постепенно вливаемся, в правильное питание, в правильные мысли, образ жизни и так далее. Я не тянулась никогда в жизни своей, и кто-то гибкий от природы, ну, я вот не из этих людей, то есть мне приходится все-таки над собой работать, и иногда, да, больно, и девочки говорят: дыши, 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 я дышу, и вроде, ну, потихонечку это получается. Моя первая поездка в Индию, она была очень для меня знаменательной, очень
решающее в жизни, меняющее приоритеты все. Вот, я сразу подумала, что вторая поездка была бы тоже, наверное, очень приятным бонусом. Вот, поэтому я решила участвовать в проекте. Но не только поэтому, потому что это интересно, это какое-то движение, всегда какие-то новые эмоции. Вот сегодня гвозди. Для меня это тоже большой шаг вперед. Фестиваль Organic Nation – одно из главных мероприятий, популяризирующих йогу в нашем регионе. К традиционным лекциям, мастер-классам теперь прибавится этот красивый во всех смыслах финал конкурса «Йогиня в бикини», который мы непременно осветим в нашей программе. Это Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Актуализировавшийся стиль 80-х заставил этой весной блестеть весь мир. Оттенки металлик, голографические полотна, металлизированные нити, крупные блестящие украшения. Неполный список того, как воплотился тренд. Что же касается коллекций совсем летнего толка, появляется больше деликатности и сдержанности. Люрексовая нитка в полотнах природных оттенков. Сочетание блеска с более грубыми или плотными фактурами. К примеру, кардиганы или пуловеры из хлопкового трикотажа, комфортного и в прохладную и знойную погоду. Платья и деловые костюмы с блеском – универсальные варианты для вечернего выхода и стильного casual. Отталкиваясь от того, что блестеть металл излишне не может, мерцание на полотнах дублируется блестящими декорами – жемчуг, бисер, атласные ленты, металлическая фурнитура. Каждый летний день для нашей широты – большой праздник, а потому проводить их с блеском – отличная идея. Второй фестиваль органического образа жизни Organic Nation с 1 по 3 июня на озере Тургаяк. Трехдневный семейный праздник. Йога-практики с мастерами из Индии, США, Мексики и России. Лекции и концерты. Детская анимация и вечерние шоу-программы. Регистрация на сайте organicnation.ru. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова 159. Это Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска.
Еще больше сюжетов о красивой жизни, новости и анонсы событий на нашем сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу #BeautyTime_TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта. Модный дом я, имидж-студия Елены Ивановой.